Мой интерес к законам кармы и этическим принципам начался гораздо раньше. И сегодня мы совершим небольшое путешествие на 12 лет назад. Итак, я работаю адвокатом, достаточно успешно, но у меня появляются чувства неудовольствия. Я вижу, что от того, насколько честно я провела свою работу, вообще не зависит результат. Да, я по-прежнему выигрываю дела, но вместе с личными победами в своем окружении я вижу все больше коррупции и взяточничества. Я чувствую, что стремление соблюсти справедливость в отношении каждого не оправдывает себя. Итак, я решаюсь выйти из этой системы. Но это удалось мне сделать не сразу. В конце концов, стабильная и налаженная жизнь имеет свои плюсы, не так ли? И тяжело сразу решиться уйти в никуда, вооружившись только собственной честностью и верой в то, что можно найти что-то, что позволит улучшить жизнь каждого. И я просила Вселенную дать мне ответ. Что же мне делать? Какое решение принять? И ответ пришел очень необычный. Я увидела в соцсетях объявления ребят, которые идут в Гималайи. И это для меня был очень интересный вызов. Я знаю, что люди идут в Гималайи с разной мотивацией. Для кого-то это личное достижение. Для других это созерцать красоту гор. Для кого-то это значит принять вызов. А я искала ответ на вопрос. Зачем я пришла в этот мир и какая цель моей жизни? И уже готовясь к поездке, я почувствовала, что со мной происходит трансформация. И я вдруг стала чувствовать, что самое важное, что должно прийти в мою жизнь, у меня впереди. Я почувствовала, что прежде чем я обрету новое сокровище, мне предстоит отпустить старое. И я решилась на это. Перед поездкой я пошла к начальнику и сказала, что после отпуска я уже не буду выходить на работу, что я уволюсь и нужно найти мне замену. А у вас было что-то подобное? Интересно узнать о вашем опыте.